Всем привет, с вами Психиатр. Мы продолжаем играть в Flatout Ultimate Carnage. Осталось нам немного, собственно. Две обычные гонки и... Сколько тут? Четыре? Шесть. Шесть еще. На время. И, собственно, два финала. Окей, давайте их пройдем, наверное, да? Угу. У нас, по-моему, очень быстрая тачка, насколько я помню. Но совсем неуправляемая. Ну ничего, ничего. Должны справиться. Ой, а что, какой вид? Странный. Бляха. Я из-за этого вида все просрал. Давайте заново. Заново начнем. Как-то низко, мне кажется, нет? Раньше вроде бы по-другому было. Хотя, может быть, не кажется. Вот это Франку взлетело. Так, седьмые. Это плохо. Надо вперед входить. Да куда ж ты? Давай. Вот они. Пятые места. Отлично. Слушай, у тебя не так уж плохо едет наша машина. Хотя, ну да, получше, чем я думал. Я просто давно не играл в Flatout. Бляха, опять седьмые, как так получилось-то? Вроде ж нас никто не обгонял. Не, вообще. Подстава. Я даже не видел, когда нас обогнало сразу двое. Да что ж такое? Да бляха. Ну, ёб твою, едь что ли, хоть как-нибудь. Да ну твою мать. Не, ну все обогнали. Давайте заново начнем. Мне кажется, мы уже не выйдем в лидеры. Да харе толкаться. Да ну твою ж мать. Оп. Куда вы все лезете? Так, четвертый. Четвертый — это уже не так плохо. Тем более, что третье место тут не за горами. Да блин, Софа. Не, ну твою мать, что за машина, ну? Что ж ее так колбасит, прям, ну? Не, ну вы видите. Она просто на каждом повороте вылетает. Ну вот что с ней делать, а?
сука. Давайте заново. Что-то никак не получается. Надо вспомнить. Надо вспомнить свою тактику. Да твою маму! Грёбаное дерево, откуда ты взялось здесь? Так, ладно, спокойно, спокойно. Будем ехать более-менее аккуратно. Аккуратно. Как едут они? Спокойно. Не будем гнать изо всех сил. Да ну блин. Будем притормаживать. Да, блядь, притормозили. 8-е место. Ну хули, ресет-то не работает. Блядь. Да твою маму, а. Как же тут это ехать-то? Блин, ну я ничего не вижу. Где дорога? Гребаная пыль, а? Куда ты, бляха, лезешь? Дебила кусок. Вот, спокойно, спокойно. И все пошло как надо. Вот так, вот так. Потихоньку, не торопимся. Притормаживаем. Да ты, блядь, лезешь, дебил. Первого раза, что ли, не понимаешь? Бляха, первая троица сейчас собирается там врезаться. Они едут какой-то этой единой командой, походу. Идеально. Блять, ну сразу пятый, ну какого черта, ну? Ну иди в очко. Ой, четвертый. Хорош. Да твою ж... Уйди. Да что ты сделала, сука, она меня взад тыркнула. Я из нее в воду слетел, Сали, паскуда. На тебе, тварь. Так, а вот это мне нравится. Ну-ка, ну-ка.
Ну давай, милая, что ж ты делаешь? Софа, пропусти. Блять. Ух, третье место, ладно. Отыграемся на следующих пунктах. Продолжим кубок. Недоволен я, собственно, своим результатом, но что поделать. Что-то как-то сложно было, блядь, после перерыва-то. Ну ничего, ничего. Надеюсь, здесь будут гонки в городе. И что-то как-то оно не круто, ёптель. Бляха. Что такое? Первый, ёптель. Не, ну вот как так, а? На той трассе вообще не ехалось. А тут вообще изи на первое место. На первом же круге. Как? Кто мне объяснит? Еще и нитро полное. Офигеть. Я хз. Почему так происходит? Может, это трасса полегче, конечно, но... Не знаю. Так, последний круг. Нитро полное. Нитро мы не тратим. Вот, только если кто-нибудь нас будет догонять. Софа, уйди. Все, ёптель, изи. Изи. Продолжим. По-моему, я там был на первом месте, если я ничего не путаю. В общем, зачете. Надеюсь, что это так. О, наконец-то в городе. Сейчас у нас больше шансов. Еще больше шансов, что мы приедем первые. Тут у меня машинка поуправляемей, чем у всяких Мартинес. Скажем так. Да блять, что ж такое?
Да грёбаные колеса, кто их здесь разложил? Бляха, по-моему, вот эта срезка, она самая круче, это на нее вообще хрен заедешь. Я даже не уверен, что это в какой-то степени срезка. Во-первых, про нее не вспомнишь никогда, если не знаешь, что она там есть. Во-вторых, чтобы заехать туда, нужно еще и потормозить 15 раз. Так, мы, конечно, четвертый, но у нас еще два круга. А это значит, что мы еще можем всех догнать. Вот мы уже третьи. Бляха, Софа, ты-то как здесь оказалась? Ты же на своем внедорожнике должна ехать. По этим. Блядь. Ну, твою мать. Был такой шанс. Что ж такое? Бляха, ну вы-то куда едете? Ну, скотыны. Скотыны. Вон Софочка попала на своем срезе. Косяк. Что-то я не понял. Мы кого-то на круг обогнали? Да. Я уж подумал, что он первым едет. Фрэнк Малков. Все, первый, ёптель. Ну, кстати, это было не так изи, как предыдущая гонка. Но все равно ничего сложного. К 20. Неплохо, неплохо. Осталось две гонки. Нужно либо удержать, либо улучшить позицию. Точнее, позицию это мы не улучшим. А вот очков прибавить. И разницы между соперником. Это да. Так, отлично. Сейчас мы выйдем в первое место. Вот так вот, ёптель. Бляха. Слышь, Джек, ты что творишь-то? Блядь. Так, ладно, мы вторые. Вторые, это ничего страшного. Ёбаная бочка. Блядь. Отлично. Первые. Первые. Соперниками и не пахнет. Бляха, бляха, бляха. Аккуратнее, аккуратнее надо. Да что ж такое? Последний круг.
Замечательно. Ляха, хоть раз я могу проехать этот город нормально. Ляха, машина дымится. Тут нехорошо. Сука, горит что ли уже? Твою мать. Долбаная развалюха. Бляха, давай, милая, едь. Хоть как-нибудь. Подоехали, что ли? Так, надо аккуратнее, аккуратнее. Еще пару ударов, и она вообще развалится. Мы же не хотим, чтобы нас дисквалифицировали. Так, все, вот и финиш. О, как Кёртис и Вульфа. Уничтожен. Лейбинг уничтожен. Да, смотрите. Все погорели. Отлично. Дебил, ты, блин, машину совсем разбил. Я уже под конец столб врезался. Да, смотрите-ка, три сошли. Три сошли. Джек Бента, наш главный конкурент. Софочка всего на 7 секунд позднее приехала. Так, ну шо. 9 очков преимущества, в принципе, замечательно. Сейчас, чтобы победить, нам достаточно всего 1 очко. Я думаю, мы справимся. Так, смотрите-ка, нормально Джеку снесли. Вообще так красиво. Всю хпшку. Бляха, какая за нами толпа-то едет, вы посмотрите. Они жаждут нашей крови. Блин, гребаный трамплин, как я его ненавижу. Сука, если на него заезжаешь, это все сразу. Все, просто проебываешь свое место. Концам. Какого хрена 9-й? 5-й. Что за глюки? Ну твою мать, почему я не могу нажать ресет, пока я вот этот долбанный полет совершаю? Ну? Какой дебил это придумал? Что я должен приземлиться сначала? Просто тупизм какой. Сука. Еще и ссаный ресет нас кинул по дальнему пути. Да твою ж мать. Машина разваливается. Ну нафиг. Конечно, понимаю, что нам достаточно всего одного очка, но что-то как-то вообще не едется. Хотя эта трасса не сложная. Сейчас мы нормально проедем. Да сука, блять, Софа тупая, коза, нахуй. Первого места меня лишила. Тварь-то ебучая. Так, тут поворот сейчас будет. На самом деле, вот эту срезку тоже замечаешь в последний момент, если ты о ней не знаешь. Да грёбаный трамплин! Сука, блядь, ненавижу его. Вот видите, как бы я не старался его объехать, блядь, если ты в этом повороте прижался к этому, к отбойнику, то это все, блядь, ты на него заехал, считай. И застрял. Либо ты, блядь, перевернешься, либо ты подпрыгнешь где-нибудь в воздухе, либо ты, блядь,
на этой хуйне застрянешь. Проникет спокойно. Да ну сука. Иди. Не, ну что ты будешь делать? Пиздец какой-то. Почему не получается, блядь, выехать вперед? Да, блядь, ты тупая нахуй! Едь, блядь, по своей полосе, что ты болтаешь, блядь? Жопой. Не, вот дебил, а. Нате, бля. Получите. Слышь, чё, Кертис, ты не офигел? Куда едешь? Сука. Блять, ты хули остановился-то? Идиота. Уйди. Кюртис, уйди. Я первое место хочу. Тварь ты последняя. Уйди, уйди. Чмо. Да блять, хули. Еще и ресет не жмется. Здорово, дебил. На тебя. Бляха, да гребаный Кертис. Сейчас резко знает, скотина. Бляха, едь нормально. Куда тебя вынесло, сука? Четвертый, блядь. Уроды, а? Вот уроды. Бля, ну и похуй. Вообще похуй. Четвертый, так четвертый. Бля, ну это пиздец какой-то был. Да. 15 тысяч. Так, ну что, давайте попробуем пройти что-нибудь на время, наверное, да? Вот, например, вот это. Я думаю, у нас может получиться вполне. Очень даже. Так, 59 секунд. Окей.
Не, ну это в принципе не очень-то трудно, скажем так. Гоночка. Ну что-то как мы едем медленно. По-моему, нифига не успеваем. Да. Теперь точно не успеем. Не, ну несмотря на это, мы проехали на бронзу. Я думаю, если бы мы не врезались, то все вполне возможно. Бляха. Какого черта? Сука, я задумался, блядь. Пиздец. Да гребаные столбы. Бляха, мы, по-моему, опять срали. Блять. Секунды! Одной, мать его, секунды не хватило. Пиздец какой-то. Даже меньше, меньше одной секунды. Ой. Я вот тут столбы эти не позбивал, наверняка бы ехали быстрее. Да развернись ты, хватит, а! Тереться. Бляха, еще хуже. Или нет? Да, да, нет, нет, да. Отлично. Продолжим. Так, ну что, давайте вот эту сразу тогда пройдем, да? Что будешь второй уровень закрыть? 54. Окей. Разгон.
Да ёб твою мать. Твою бабульку, а? Блять, да грёбаный поворот, лучше бы я сюда не заезжал. Чёрта с два. Где финиш-то, блядь? Блядь, ненавижу вот этот поворот. Здесь я вообще никогда не могу завернуть. Пиздец, блядь, охуительно. Хуй на бронзу доедешь. Трындец какой-то. Ёбаная трасса, а? Ёбаная трасса, просто. Я ебу. Я терпеть просто не могу эту трассу. Еще из прошлых этих гонок, суки. Ой, да иди в очко, а. Какого хуя, блядь, ты вылетел? Дебил, просто дебил, блядь, урод. Я, блядь, ехал идеально. Ты, блядь, ебан. Ебан. Ты просто, блядь, испортил мне игру.
давай, давай. Господи, спасибо. Спасибо. Thank you. Ух. Ладненько, ребят, давайте я на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочка есть в описании. С вами был Чумной Психиатр. Всем пока.